يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات قابل التوبات الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры, рады приветствовать вас на нашем телеканале Хадит ТВ 3, на нашей передаче, которая посвящена этому великому месяцу, месяцу Рамазан. И специально по этому поводу сегодня у нас в студии уважаемый Худжатул Ислам валь Муслимин шейх Курбан. Ассаляму алейкум, шейх Курбан. Алейкум ассалам, рахматуллах. Вот шейх Курбан, на прошлой передаче вы привели несколько аятов и сказали, что некоторые фразы из аята не только имеют то есть поверхностный смысл, но имеют и внутренний смысл. И вот хотелось бы продолжить данную тему. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих зрителей. В священном Коране Всевышний говорит, что وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. Всевышний наделил вас, Всевышний осыпал вас, будет точнее, Всевышний осыпал вас своими дарами, ни'ма, своими дарами, своей милостью осыпал. И захиратан ва-батина, то есть явными своими дарами, дарами, которые мы можем увидеть, почувствовать, потрогать. Захиратан, явными, захиратан, то есть теми, которые можно почувствовать, теми, которые можно увидеть. Например, детей даруют людям, даруют им здоровье, даруют им возможности, силы, энергию. Все это от Бога. Все, что мы имеем, от Бога. Молодость. Это все от Бога. И множество других даров, которые человек имеет на протяжении своей жизни, даже несмотря на то, что он может это не замечать, может этого не видеть, может этого, на это особое внимание не обращает, может даже быть неблагодарен, как он большинство людей неблагодарны за эти милости. Но есть у Бога и огромное количество духовных милостей, духовных даров, дары. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَ. Батина, то есть это те, которые человек не чувствует, не видит. То есть это духовные ценности. Духовные ценности, которые вне всякого сомнения, в духовные дары, которые вне всякого сомнения имеют большую ценность, чем захир, те, которые можно почувствовать, чем вот эти явные и внешние дары. Они имеют намного большую значимость. Почему? Потому что они играют роль на протяжении целой вечности, в отличие от захира. Как сказано в священном Коране, «Бакиятуллахи хейрун лакум ин кунтум туминун». «Бакиятуллах», «Бакиятуллах», обратите внимание, опять-таки имеет, как ни странно, может показаться очень далеким, бакиятулла, остаток Аллаха переводится, если изначально переводить. Бакиятулла, остаток Аллаха. Что это вообще значит, остаток Аллаха? Как это понимать? Внешний смысл у него очень ясен, понятен. То есть, когда вы ведете торговлю, торговля может быть честной, а может нечестной. Да? Например,
обвешивать людей это нечестно. Например, вы продаете, например, очень простые примеры, продаете килограмм яблок за 10 рублей, но при этом получается так посредством обвешивания, так обвешиваете, что килограмм яблок получается 20 рублей, например, или 15 рублей. Так? Это не бакиятуллах. То есть вот эти 10 рублей, которые вы получаете, это не бакиятуллах. А если вы честно продаете, то есть вы покупаете яблоки, например, за 8 рублей, а продаете их за 10, не обманывая никого, то вот эти 2 рубля есть бакиятуллах. Бакиятуллах. То есть это то, что остаток Аллаха, это честный труд. То, что дозволено, то, что является чистым, то, что чистый, чистая прибыль. Так дело в том, что это слово, в аяте сказано, «Бакиятуллахи хайрун лякум ин кунтум туаминун». Остаток Аллаха лучше для вас, если вы являетесь верующими. То есть, если вы верующий человек, если вы веруете в вечность, то вы должны стремиться к благим деяниям, благим поступкам. И это приносит пользу верующим, вечную пользу. Почему вот эти 2 рубля, грубо говоря, названы бакиятуллах, остатком Аллаха? Потому что они приносят человеку вечную пользу. Он стремится к довольству Аллаха, он стремится к тому, что играет вечность служит ему вечность, потому что он зарабатывает это честно. А эти 10 рублей, которые заработаны нечестно, они не являются остатком, они могут принести пользу какой-то определенному, то есть остатком это не является, они не остаются. Бакиятуллах, сам Бог вечен, остаток Аллаха, обратите это словосочетание, сам Бог вечен. И то, что от Него также вечно. Этот аят имеет также и глубокий смысл. Глубокий смысл мы также узнаем из... Даже не один смысл, а множество глубоких разных уровней смыслов. Один из которых был озвучен в предании, что 12-й халиф, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, которого мы называем имам Махди, аджалаллаху фараджаху шариф, он является остатком Аллаха на земле. То есть он есть остаток Аллаха. То есть это то, что является, то, что приносит человечеству вечную пользу. То есть почему я хотел обратить внимание на это само словосочетание, почему это словосочетание использовано относительно благодеяний, благих деяний. Потому что любое благодеяние является остатком Аллаха, бакиятуллах, любое является. Почему? Потому что любое благодеяние, естественно, любое благодеяние верующего, речь идет о верующем. Ин кунтум туминун, если вы верующие. Любое благодеяние верующего приносит ему вечную пользу, служит ему вечность. Именно поэтому ниамаху батина, духовные дары Всевышнего, они играют вечность. А какова разница между вечностью и миллионами лет? Какова разница? То есть миллион лет все равно может закончиться когда-то. Разница бесконечна. То есть разница между миллионами лет и бесконечностью. Разница бесконечна? Разница бесконечна. То есть это даже несравнимые вещи, как говорит один мой учитель, он говорит, что у атеистов очень плохо с математикой, что они имеют проблемы уже в самых элементарных вещах со счетом, имеют проблемы со счетом, с математикой. Почему? Потому что человек, который живет в этой жизни и имеет предположение, он предполагает, что существует Бог, существует вечность, существует рай и ад. Вечность, вечное мучение и вечное блаженство. Если у него все в порядке со счетом, если у него все в порядке с математикой, если он понимает элементарные законы математики, то должен понять, что разница между этими 100 годами, которые он вряд ли и проживет здесь, и вечностью, которая является пока всего лишь предположением, допустим, предположением является,
является гипотезой, является предположением, возможностью. Это разница между этими 100 годами и вечностью вечна. И ни один разумный человек, понимающий математику, просто имеющий самое элементарное представление о математике, никогда не выберет вот эти 100 лет, даже если эта вечность является всего лишь предположением. Даже если эта вечность является предположением, он никогда не выберет эти 100 лет. Это подобно тому, что, вот представьте себе, вы живете в какой-то местности, да, имеете огромные богатства. Огромные богатства. И кто-то вам приходит, самый последний лжец, самый плохой человек, самый тот человек, которому вы никогда ни при каких условиях не поверите. Он вам говорит, что такой-то человек или такие-то люди строят против вас козни и хотят ваше вот это вот имущество, ваше богатство отобрать. Вы предполагаете, что это может быть правда, но вы знаете, что он лжец. Так? Но чтобы предотвратить вот это вот преступление, вот этот грабеж, да, вам нужно, например, 5% своего имущества потратить. Да? Но на что вы будете этим 5% тратить? На то, что вам еще неизвестно. То, что всего лишь является предположением. Так вот, в этой ситуации разумно просто ждать, сложа руки и столкнуться с вероятностью потерять все, или же конечно, предостеречься нужно. Предостеречься? Так человек, понимающий математику и понимающий разницу между 100 годами, который человек не живет, не живет человек 100 лет, как правило, в большинстве случаев, и вечность, она вечна, и человек, даже имея всего лишь предположение, столько пророков было, столько книг, столько людей утверждали об этом, столько самых правдивейших людей, пророков, я имею в виду, утверждали о существовании рая и ада, вечного мучения и вечного блаженства. Имея это предположение, абсолютно неразумно, неразумно жертвовать это определенное время, это ограниченное время, прошу прощения, жертвовать этой вечностью ради этого ограниченного времени, ради этого ради этой земной жизни, ограниченной, которая во всем ограничена, как в качестве, так и в количестве ограничена. Большое спасибо вам, уважаемый шейх Курбан. Но мы должны прерваться на короткую паузу, после чего мы вернемся. Иншаллах. Уважаемые наши телезрители, не переключайтесь, оставайтесь с нами, мы прервемся на несколько минут, после чего мы вернемся. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات И снова ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры. И напоминаю, что у нас в гостях уважаемый шейх Курбан. И до паузы шейх Курбан нам сказал, что благие дела приносят нам вечное блаженство. И также хотелось бы продолжить говорить об этой теме. Пожалуйста. Я подводил это все к тому, что, как в Священном Коране сказано, Всевышний одарил людей, одарил людей внешними и духовными дарами. Так вот, одним из величайших и важнейших духовных даров, дарованных человеку Богом, является этот месяц, месяц Рамадан. Это один из величайших даров, которыми Всевышний одарил человека, который был дарован человеку. И поэтому нужно человеку стремиться к тому, чтобы очиститься в этот месяц, потому что этот месяц является шахр тухур, является месяцем чистоты, месяцем освобождения от огня.
Это месяц, в котором человек имеет просто невероятные возможности получить вечное блаженство, достичь чистоты. Как сказано в Священном Коране, «Сакахум раббухум шарабан тахура». Всевышний их, этот аят, в этом аяте речь идет об обитателях рая. Всевышний напоит их, угостит их чистым напитком, шарабан тахура. Это вот чистота, чистым напитком. И в преданиях от имамов, от имама Садыга, алейхиссалату вассалам, имеется предание, которое толкует, которое разъясняет, что это за напиток чистый. Там говорится, «Ютахируhum мин кулли шейин сиваллах». И этот напиток очистит обитателей рая от всего. Очистит обитателей рая от всего, кроме Аллаха. То есть после этого напитка у человека останется, у обитателя рая останется только Аллах. Даже от рая, обрати, мин кулли шейин, от всего, даже от рая, даже от наслаждений и блаженства рая человек очистится и будет наслаждаться самой величайшей, самой непревзойденной красотой и наслаждением, коим является сущность Всевышнего Создателя. То есть все наслаждение испивших из этого чистого напитка будет обращено, будет направлено именно ко Всевышнему, к наслаждению Его красотой, Его величием, Его могуществом, Его любовью, Его красотой. И именно к этой чистоте человек должен стремиться в этой жизни, и в первую очередь, конечно же, должен достигать этой цели, потому что и в месяц Рамадан, потому что во все остальное время человек может потратить целую жизнь, даже ему может быть понадобится две жизни, три жизни, четыре жизни, чтобы достичь того, что он может, обратить внимание, достичь всего лишь в течение одной ночи месяца Рамадан. И вы сказали, что в начале предыдущей передачи вы сказали, что концом этого месяца является освобождение от огня. И это должно быть кульминацией, это должно быть окончанием этого месяца. Человек должен так прожить этот месяц, чтобы в конце этого месяца полностью очиститься от всего, полностью предать себя Богу, полностью очиститься от своих пагубных качеств, достичь возвышенных духовных качеств. И после этого месяца сохранять этого до следующего года, стремиться к тому, чтобы не утерять, не потерять эту степень, это достигнутое в течение этого месяца, вплоть до следующего года, до следующего месяца Рамадан. То есть вы хотите сказать, милость Аллаха заключается в том, что Он подарил нам этот священный месяц, дабы возместить и как бы, потому что, как вы знаете, как мы все знаем, что в этот месяц наши молитвы, наши все деяния, они считаются вдвойне, и как бы тем самым в этом и проявляется милость Аллаха. Да, абсолютно верно. То есть во все остальное время человек сам должен стремиться к этим духовным ступеням, к этим духовным степеням, к этим духовным качествам, сам должен стремиться. А в этот месяц все наоборот. Человеку нужно сделать просто самое малейшее усилие, ибо сами эти духовные качества стремятся к человеку. И одним из величайших милостей, которые может достичь человек в этот месяц, это понимание священного Корана, это вера в священный Коран, это предание себя священному Корану, достижение любви к Богу. И все это в этот месяц, месяц Рамадан, само направляется к человеку, как говорится в священном Коране, ниспосылается Коран в этот месяц, спускается вниз Коран в этот месяц. То есть это говорит о том, что сам Коран движется к человеку,
Человек во все остальное время должен стремиться к Корану, к пониманию Корана. А в этот месяц наоборот, сам Коран спускается к человеку, к сердцу человека. И имеется огромное множество преданий, где говорится, что в этот месяц двери ада закрываются. Обратите внимание, то есть верующему человеку просто крайне сложно в этот месяц сделать что-то такое, что может привести верующему человеку, привести его к аду. Потому что даже грехи, даже его ошибки в этот месяц Богом прощаются. Бог снисходит человеку, снисходительность проявляет человеку. И также в предании говорится, что двери рая открываются. И также имеется предание о том, что дьявол в этот месяц сковывается в цепи. Обратите внимание. «Мунна алейка бифакаки ракабати минан нар». «Даруй мне освобождение». Даруй мне освобождение от огня. Окажи мне милость такую. Человек во все остальное время находится в цепях. Находится в цепях у огня. Все остальное время. А дьявол находится на свободе. А в этот месяц все меняется местами. Дьявол находится в цепи, а человек на свободе. На свободе он освобождается, ему дается возможность проявить свои, себя, возможность совершить шаг к своему вечному блаженству, к познанию Бога, к познанию Корана. И, конечно же, это является величайшей духовной милостью, величайшим духовным даром, который дарован человеку. Я вот слышал такую интересную историю, в которой говорится, что почему. А вот, например, пророк Нух прожил 950 лет, и у него была возможность поклоняться Аллаху больше. Почему так? Почему мы не живем столько же? И отвечая как бы на этот вопрос, Аллах даровал нам месяц Рамазан, в котором это все можно возместить. И мне эта история очень сильно понравилась. И да, поэтому... но дело в том, что если такие вопросы, такими вопросами задаваться, дело в том, что да, именно в этом и заключается, что человеку в жизни даны такие, каждому человеку, ну, по крайней мере, абсолютному большинству людей даны такие возможности. Возможности достичь самых высоких духовных качеств. Почему? Обратите внимание, помимо того, что есть дни, есть недели, есть месяцы, которые расцениваются как целая жизнь, как тысячи месяцев, как ночь Кадр, которая равна, согласно священному Корану, тысячи месяцев. Помимо этого, самым плодотворным, это тоже нужно иметь в виду, это нужно обратить внимание и ценить это. Дело в том, что самым плодотворным периодом жизни человека это период до 40 лет. То есть основные духовные качества, которые человек... Это, кстати, вот недавно я буквально общался с одним психологом, который объяснял мне, я ему не задавал вопрос об этом, но он объяснял мне, что люди... То есть он объяснял это исключительно с точки зрения... Психологии. Психологии, с точки зрения экспериментальной науки. Он говорил про какие-то вещества, если честно, я уже название не помню, все его объяснение не помню. Но вывод я сделал такой, что даже физически происходит... То есть он говорит, что в какой-то период жизни человека мозг выделяет какое-то вещество, название которого я, к сожалению, не помню. Это вещество позволяет человеку подстраиваться. Обратите внимание. А после этого это вещество уже тухнет. То есть постепенно тухнет, и потом уже мозг человека это вещество не выделяет. И, естественно, меняться он уже не способен. Чисто интеллектуально, психически он меняться не способен. Это о чем говорит? Это говорит о том, что есть в жизни человека какой-то период, когда он может влиять на себя. Но, к сожалению, влиять на себя активно. По крайней мере, с теми людьми, с кем я знаком, они убеждены, что они могут помолиться и потом. То есть сейчас наслаждаться всеми мирскими благами, но и потом в конце жизни как бы... возместить это все, поклоняясь Богу и проводя время в молитве. Это, конечно же, уловки. Это уловки дьявола, которыми он обманывает людей, обманывает подобными вещами.
И это, конечно же, является заблуждением, потому что как религия, так и наука современная, экспериментальная наука утверждает, что человек не способен после определенного возраста уже повлиять на самого себя. Люди, которые прожили жизнь, например, им по 50 или 40 лет, они прекрасно замечают, что в молодости они были более восприимчивы к информации, более были восприимчивы к каким-то явлениям. И чем старше человек становится, тем меньше он восприимчив. Например, можно ли сравнить 50-летнего поэта с 20-летним поэтом? Равны ли они по своей эмоциональности, Нет, конечно. По своим чувствам, нисколько не равны. И многие поэты, которые были, они умерли в молодости. Да? И жалеть о том, что вот они умерли очень молодыми, потому что если бы они прожили жизнь, они дали бы человечеству еще больше плодов. Это на самом деле не совсем так. Не совсем так. Почему? Потому что поэзия, оно является продуктом того настроения, того духа, которое имеет человек только в молодости, а потом уже это тухнет. Настолько тухнет, что уже со временем вообще исчезает. Поэтому одним из милостей для человека является и молодость. И к тому вопросу, говоря о том вопросе, абсолютно большинство людей проживает молодость, тот самый период активности. А потом уже после 40 лет, сколько он проживет, если человек заблудший, например, он 40 лет прожил в грехе, в заблуждении, то под большим вопросом тот факт, что и остальная жизнь для него станет милостью, нисколько не так. Потому что если человек привык, он воспитал в себе вот этот дух греха, дух ослушания Всевышнего, то после 40 лет он так и будет жить. У него нет возможностей, каких-то больших средств, возможностей. Конечно, возможность всегда существует, но для этого нужно быть уникальным и необычным человеком. Но для большинства людей, для обычного, абсолютного большинства людей, все-таки это невозможно после 40 лет. Поэтому человек должен стремиться к тому, чтобы прожить плодотворно свою молодость, служить Богу, служить идеалам, высоким духовным идеалам и ценностям на протяжении своей молодости, а после 40 лет или уже после 50 лет уже поддерживать это состояние и продолжать это состояние. Потому что восприимчивость, она не свойственна всем возрастам. Большое спасибо вам, уважаемый шейх Гурбан. Вам спасибо. Надеюсь, что данная вами информация очень позитивно скажется на наших телезрителях. А на этом мы с вами прощаемся. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Ну а мы с вами прощаемся на этом. Большое вам спасибо за то, что посмотрели нас, проявили интерес к нашему телеканалу. А на этом мы с вами прощаемся. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. قابل التوبات يا مجيب الدعوات.